Укус я чувствую. Media sosial diramaikan dengan rekaman suasana pertempuran pasukan Rusia versus Ukraina di Bakhmut. Sekelompok pasukan Ukraina tampak terbaring di bawah rentetan tembakan militer Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam narasi unggahan disebutkan tentara Ukraina kelelahan dan beberapa di antaranya terluka hingga terbaring di tanah. Mereka juga disebut tengah merencanakan serangan balasan ke pasukan Rusia. Pasukan reguler Rusia diduga telah digantikan oleh tentara bayaran saat mereka terus mengepung Bakhmut. Di sisi lain, pasukan Ukraina disebut terus menahannya. Jika atau bila Bakhmut jatuh, pasukan Rusia diperkirakan akan bergerak maju menuju ke kota Sloviansk dan Kramatorsk, memungkinkan mereka merebut seluruh wilayah Donetsk Timur yang disebut merupakan salah satu tujuan utamanya. Я собрал своих 5 человек, пошёл туда сам. Вот и вы когда пришли, я вам это сказал, тебе сказал. Он не хочет. Не может, блядь. Не идёт. Блядь, я тебе это сказал. Это не потому, что мы не хотим. Нас когда сюда привезли в первый день, мы взяли и пошли. Ну, никто слова не сказал. Никто не думал, что будет мясо. Они ж не за это, Володь. Они никто не отказывается. Они здесь, блядь, провели адские ночи. Я говорю, что они отказываются. Так людей в роту, в батальон, в мясо превратили. Ты это сказал в рацию, Вова. Блядь, все, не иди, блядь. Да при чем? Нахуй твоя ебучая самодеятельность, блядь. Я, Вова, брат. Пошли, блядь. Ты со мной и чекер. Пошли, пацаны, ходи. А мне что, не надо домой возвращаться? У него сын 5-летний, ему не надо? Люди есть у нас еще в батальоне подразделения. 5 магазинов на мне висит, все. Есть люди у нас, которые это спавшиеся, есть? Которые просто бодрствовали, которые могут прийти помочь. Которые могут прийти и занять эту позицию, если что надо. Все, холодный раз. Упокойник. Вернулись? Все, вот, стоп. Я понимаю тебя. Можно сейчас, послушай, можно сейчас доложить, что у меня личный состав, не то, что не отказывается, они не отказываются, у них сил нету дойти просто, сил, они с перемерзанием, просто вот, они и не могут, жрали они нихуя. Вот сил нету. Мои собраны. Да я тоже, ну а куда я их брошу? Сбоку фонарь горит. 6 человек. 6 человек. Что мы будем делать в этом доме? До какого времени? Без понятия. Серьезно. Без понятия. Ну еще раз говорю. 6 человек, ты слышишь? У нас 6 человек. 7. А? 7. И кто у нас поддержка? Там больше никого нету, ебать. Там никого нету, там, сука, все умерли уже, блядь. Я это покажу нахуй, я это министр обороны ебать скину нахуй. Этот видео, это разговор. Я, блядь, всех отправили на убой нахуй. Мобилизир мобиков нахуй и разорвали, блядь. Без поддержки, без ничего нахуй. Нету ничего, никакой помощи, блядь, нахуй. Сейчас 12 человек должны занять оборону, сзади нас никого больше нету. Нахуй. Вот тут сзади никого нету. Слева где-то призрачный первый бат, там призрачные где-то люди нахуй. И завтра утром нас ждет то же самое. Они нас ночью нахуй вырежут, ебать, а кто завтра вырежут? Они в подвале призрачный бат. Вот первый бат, они в подвалах сидят, возле подвала, смотрят, какая ситуация, если что, бегут, ебать. Понимаешь? Это не те люди, которые выйдут только с первого, чтобы помогать. Мы наблюдали уже эту ситуацию.
Куда? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.